homemade bias bridge just a little bit outside Luhansk. Kick some stones in to sort of give you an idea of what kind of a hole we're talking about. It's a hell of a hole. Fuck has you. Минометные диверсионные группы заезжали вот до сюда. Понял? Вот до вот этой трассы, которые по нам стреляли. Вот они вот до сюда доезжали. Вот отсюда САУ-танки стреляли. Вот отсюда САУ-танки. Вот отсюда диверсионные группы минометчиков ложили вот сюда. Прорывались еще с аэропорта. Вообще, для Бетера вот этот мусор, это же похуй. Кого пойдем проедем? Не, ну вообще, Бетер может проехать. Он более-менее целенький, его так подбили, сгорел просто. Почти целый. Сильно там не ластится внутрь, хорошо, так внешне пофотографировать. Чтоб не попадало было, вот тут сидишь от осколков. Хорошо. Самолетом. Скорее всего там тоже что-то такое на них было. Потому что скорее всего так вот два и шло. Вот там вот и вот здесь вот. Сбросил, как оно взорвалось. Да. Вот это самые сильные взрывы, которые вообще по сравнению с танками со всеми.